И кто тебя учить стал? Колбет. И стал учить меня, польскому языку. Он сказал, что шапрашем это прошу. Шапрашем это извините. Вот. А прошу это проше. Вот. Правильно. Проше. Шапрашем это извините. И он мне стал самое там бросать и так далее. Я говорю, Володь, пошел ты, блядь, нахуй. Я просто... Колбецкому все прощаю иногда. Ко мне приходим, напивается он у меня дико здесь. Это блядь, из заболка, тех свет не передавал. Колбецкий? Да. Ну, мне кажется, откуда у него блядство появилось там у Колбецкого? Почему он стал... Старости. К старости это баб очень сильно хотеть. М? Ну, жены-то ведь нету, поэтому теперь... Я дал эти объявления глупые по телевизору, его постоянно очистить, его душеньку. Говорит, зачем ты дал со скелетом Пенер ТВ? Его я дал. Потом Колбецкий мне звонит из Сочи, говорит, Ген, я в Сычах в декабре. Я говорю, Владимир Иванович, ты скупнулся? Говорит, я скупнулся, говорит, но море холодное, декабрь. Нырнул, и писька пропала, санбой. Я говорю, так что, ты нырнул мужиком, а вырнул бабы оттуда. Когда я увижу, говорю, Колбецкий Трискам на... Колбецкий Трискам на Нович или на Ниестыш? Он говорит, вот почему его ко мне тянет, блядь? От безлюдия. От безлюдия. Я приходил к нему, там менты пьют у него иногда. Да, ну это да, они ему душевного ничего не дают.